Сегодня словом «говядина» называют несколько сортов мяса. Это мясо быков, коров, волов, телят. В 18-19 веках термин использовался преимущественно для коровьего мяса, которое пользовалось большой популярностью. В словарях Дали, Крылова можно найти слово «говяду», обозначающее быка. Используется ли сегодня старое название быков? В России слово «говяда» не используется уже несколько веков. Это закономерно, поскольку в прошлом на мясо шли в основном быки и телята мужского пола, в то время как коровы оставались для молока. Обозначение мяса как говядина сегодня. Сегодня под словом «говядина» подразумевается мясо как коровы, так и быка или теленка. Различий здесь нет. Говядина может происходить от любой породы животного. Телятина обычно стоит дороже, поскольку мясо молодых животных этого вида отличается нежностью, питательностью. Но телятина – это российский кулинарный термин. В европейской кухне аналога ему нет. Мясо коров и волов считается наименее качественным. Его обычно рассматривают как второсортное. Хотя существуют и специально выведенные мясные породы, где животные обоих полов выращиваются на мясо, так как удойность этих пород невысока. Их нет смысла держать ради молока. Рассматривая телятину, необходимо отметить, что она тоже может подразделяться на категории. Существует молочная телятина, получаемая из телят в возрасте 2 недели, 3 месяца. А есть говядина молодняка или просто телятина в возрасте 3 месяца, 3 года. Полезность телятины. Телятина считается диетическим мясом. Она обладает не только прекрасным вкусом, но также богатым набором полезных веществ. Это нежирное мясо, полезное для ЖКТ. Говядина также является богатым источником белка, железа, других полезных веществ. Это мясо полезнее и предпочтительнее свинины.